Бога помощь, я хочу несколько как, слова сказать, что Беэзрат Ашем, что мы всегда-всегда, во-первых, на радость увиделись, и только Беэзрат Ашем хорошие новости послушали всегда. Особенно сегодня в наше поколение, что нету много хорошей новости. И так написано Бегмара Масехет Сота, что будет поколение, будет такое время, что ты утром станешь, первый звонок, первый вопрос, первый что-то, какая-то слухи, что ты послушал, что-то ты послушал. И все будет очень плохие новости, так написано. И плохо это, и она еще не зашла, уже новая заходит. И очень редко будет, что будет хорошие новости. Так написано в поколении, что придет Машиах, бесорот работ, работ, раот, ветовот кимат эйнам. Много-много плохи и хороши будет очень редко. И почему? Потому что мы очень поменялись. Я тут, ну, с вами тут стою, разговариваю. И я вижу поколение, что я мечтаю, я молюсь, что наши племянники, наши дети, наши внуки, что были как наши дедушки. Потому что я когда вижу сегодняшнее поколение, мы потеряли даже минимальное уважение. Раньше я сказал, раньше родители, особенно наши родители, особенно тут родители, что сидят, есть мишна, что я уверен 100%, без что я знаю или слушал много על מי שאנחנו פה בהזכרה שלו. המשנה אומרת, רנשי כך רדיתי לי בילי, פצ'ימו רדיתי לי בילי רדסני, פצ'ימו דייתי בילי רדסני, פצ'ימו מפסקדה סמגלים קופית, פדרית, פצ'ימו פתמושת, רדיתי לי בילי אומני, רדיתי לי בילי צ'יסטי, רדיתי לי. סיבוניה נשי דייתי את הדרוגי הפקלניה, סיבוניה קשתי דומו את זה סיבה, דלניבו, דלמיניה. А наши родители не так жили. Они жили для нас, для тебя, для нее, для него. Они для себя. А Мишна Беавот пишет, «Пат бамелах тухал, лехем майн бамесора тиште, ала арец тишан, вехаей цар тихе». Так написано במשנה באבות. Как наши родители жили? «Пат бамелах тухал». Что это «пат бамелах тухал»? Это кусок хлеб с мало... Соль, это было хватит. Самое главное, что я буду сытый. Самое главное, что не останусь голодный. Я для себя, пишет Амишна, родители так жили. Я для себя мало хватает. Очень мало, это Барух Ашем. Пад бамелах тухал. Сегодняшний в это поколение родители, что они цейрин, не как наши родители. Сегодня, чтобы быть сытым, он должен кушать каждый день в ресторан, пойти кушать шуарма. И он всегда голодный. Он всегда чувствует, что-то не хватает. Если он не кушает каждый день что-то такое шикарное, что-то, что это надо заплатить там 500 или 600 шекелей, он чувствует нищий. Он чувствует бедный. Он чувствует уже, моя жизнь не жизнь. Это сегодняшнее, это с ума сойти, что так люди живут. Он сегодня делает, потому что другие делают. Он гуляет, потому что другие гуляют. Он едет, потому что другие ехали. Он покупает, потому что сосед или сестра тоже купила. Это не потому, что ему это надо и нужно. Это потому, что у него глаз плохой. У него дух спустилась на такая... Ашем ирахем. Эн истапкут. Он не сидит каждый день и говорит, худо, рахма, туда, спасибо. У него нету спасибо. Всегда что-то не хватает. А потом он не понимает, почему у него есть минусах, и берет деньги от банки всегда, и тому он должен, и тому он должен, и оттуда он берет. Потому что никогда нету спасибо за ничего. Ничего ему не хватает. А наши родители не так жили, говорит Амишна. Как наши родители жили? Пад бамелах тухал. Кусок хлеб, соль. Барух Ашем. Ты сытый, шабах шемолад. Амишна говорит, Раби Яхиэль Айзек Микомарна пишет. Было поколение, что было ничего.
Ну там было все. А будет поколение, когда будет Машиах, что будет все, но не будет ничего. Раньше не было много, но было все. 10, 12, 13, 14 жили в маленький дом. И там чувство было, Барух Ашем, хамимут, приятно, все было. Мало было на столе, но сердце было целое. Был радость, настоящая счастье, настоящая радость. А сегодня есть много на столе. Барух Ашем, плов, ошпело, что нету, манти, минти сидят, все на столе. Все там сидят. И менти, и манти. И ничего не хватает. И он голодный. И он ругается. И он проклиняет. И он там кидает. И он... Ничего не хватает. А наши родители как жили? Под бамелах? Тухал. Покушал мало. Штабах шемолад. Есть и сити. Ты уже не голодный. А спасибо Богу. Сегодня он на 2000 шекель кушает в ресторан. Приходит домой... Света, да, ой, слушай, я еще голодный. Что голодный? Ты сейчас кушал 2000 шекель, поставили ресторан. Ну, принеси так, печенье, там принеси какой-то там, ну, поготовь чай, я еще голодный. 2000 шекель ты поставил в ресторан, ты еще голодный. Наши родители 20 рубль поставили и были сыты. Это что Мишна пишет? Бат бамелах тухал, ле майм бамсора тиште. Извините за правду, если кто-то ему это мало, я верю, что нет, но извините за эту правду. Но раньше наши родители, когда они пили, это было мало. Или вода, или какой-то там водка, или какой-то там, не знаю, спирт пили. Но когда они мало попили, они были такие счастливые, такие, Барух Ашем, такая радость, такой... Отдых был в дух. Мало пили. И Барух Ашем все было нормально. Там не было ни Кока-Кола, ни Зиро, ни Братчел Зиро. Ничего не было. Было чай, вода. И мало чая и вода, это было Иштабах Шемолад. Это было сами-сами вкусная вода. Сами-сами сладкий чай. А сегодня, извините, сегодня, если он не попьет Blue Label, ой-вой-вой. Если там не будет русский стандарт или белуга, ой-вой-вой, это он хочет, он себе говорит, что я сдохну. Почему сдохнешь? Потому что как у меня нет, у него есть. Тебе не надо. Всегда мы живем, потому что другие так живут. Раньше люди были счастливы, без ничего было все. От мало чувствовали, что есть все, много. А сегодня наши поколения... Что ты им не поставишь попить? Особенно в сегодняшней нашей цирим. Посмотрите, как... Извините, я не знаю, сколько вы смотрите, вы умны, потому что «Эн хахам кебаль нисайон». Человек, что прошел много, особенно как тут сидят очень люди, что прошли в жизни. Это не маленькие дети. Это еще это не цветочки, это уже мы все уже прошли, видели, слушали уже все. И сегодня, если ты выходишь на улицу и смотришь на наши дети, на наши поколения, на эти маленькие 16-17 лет им, когда мы увидели, так, ну, как яшавну хевра, да, сидели мы как друзья, мы там мало пить было, мало кушать, и так были, Барух Ашем. Сегодня они не знают, что это бисли, бамба, кока-кола. Они когда в 16 лет сегодняшние дети, когда они вместе сидят, это там много алкоголя, много анаша, много непонятно. С ума сошли, ничего им не хватает. Раньше один стакан попил, ох, Бог, спасибо Богу. Сегодня они пьют, потом выливают, потеряли мозги. Не как наши родители, попили, были мало пьяны, такие, обняли, поцеловали, были на 100 раз... На 1000 раз больше сердце открыли, любили больше. Сегодня они пьют и избивают, пьют и плевают. Потеряли наши совести, потеряли, сегодня это стало, извините, стыд. Я смотрю на сегодняшнее поколение, я говорю, какая стыд.
Ничего им не хватает. А как жили правильно? Как жить правильно? От ничего, без ничего все было. Пад бамелах тухал. Майм бамесора тиште. Мало попили, бил, спасибо Богу. Ала арец тиша написано. Я вам скажу что-то, что это будет вам очень смешно. Может быть не вам, но кто понимает в эту тему, он очень будет, это будет его посмешить. Наши родители, мой дедушка, он спал на такой матрас, это было кфицин, ну это... Да. Это стоило 200 шекель, 150 шекель. Это не было самый удобно. Это не было удобно, да? Это ты спишь, ты утром не знаешь, как ты встаешь. Ну ты утром встаешь. Может быть там спина болит, там болит, ну ты спишь. А сегодня новое поколение, они уже не спят на такие вещи. Они спят уже на Оландия. Aeroflex, American Comfort, American Discomfort. Айкар, что это American. И это стоит 20 тысяч, 19 тысяч, 18 тысяч. И он говорит, рабай, это как, это аноним, ах, ты не спишь, ты летишь. Ой, я говорю, рабену это кайф, это ты спишь, ты не хочешь вставать. Но правда вам сказать, кто у него такой матрас есть, я не знаю, если он может спать. Не потому что неудобно, потому что каждую ночь он должен думать, как заплатить за это 12, 13, 14 тысяч. Я на полу. На полу, да. Наши родители были готовы спать на полу, на матрасе, на песок. Но только что у детей наших все было удобно. Я смотрю на наше поколение, люди, что сегодня заходят в хупа, 25 лет, 24, я говорю, как они завтра будут жить? Что завтра они смогут подарить детьми? Что они смогут им купить? Мы, наши родители, себе ничего не взяли и купили. За это смогли нам все дать и подарить. Но сегодняшнее поколение... Эти дети, они себе покупают. Они весь день только тратят. Там покупают, тот покупает, не думает два раза. А потом он должен помочь. Помоги, папа. Завтра у тебя дети будут. Как ты сможешь им помочь? Ты не сможешь. Потому что ты не жил, как твои родители правильно. За это четвертый вещь, что написано в Мишна, פד במלח תאכל לחם, מים במסורה תשתה. על הארץ תישן וחיי צער תחיה. שתו את החיי צער תחיה. דבר רז הנפיס הנג'יז. חיי, רז, צער, צער, נו קק. גורע. תחיה, הפאג'יז. פתשימו דבר רז. אז קשי חיי צער. פתשימו חיי צער תחיה. ותאמו שתנה שרדיתי לי. אני גטוב ובילי. פלקת. פתית. В горе жить, что было тяжело, что было больно. Но что эти маленькие, им все было в жизни легко, правильно и сладко. И когда ты так живешь, что тебе не хватает, или тебе мало хватает, что ты живешь, как будто у тебя нету ничего, и ты все им даешь, за это написано два раза жить. Потому что родители нормальные. Правильно, что... идут в правильный путь. Когда они потеют, и больно, и тяжело, это беседер. Потому что им легко. Когда им легко, да, мне не легко. Но если им легко, это самый легкий, это самый сладкий вещь. Это хаей цар тихе. За это извините. Я хас вешалом не пришел сюда, хас шалом, не учить никого ничего. Это... вещи, что тут все, каждый знают. Я всегда молюсь, что такие слова от нашей Тора, уши של цирин, сегодняшние дети, наше новое поколение, что они это послушали. Потому что они сегодня живут без красной линии. Все можно, все надо, все хотят подслушать, купить. Все они хотят.
Из-за этого сегодняшние дети так выглядят. Без настроения. Дух внизу. Извините, но я уверен, что каждая женщина тут, что сидит, никогда в жизни она не знала, что это таблетки или психолог. Мы знали когда-то, что наши бабушки должны какие таблетки пить, чтобы успокоиться. Никогда в жизни. Нашей бабушке надо было им таблетки или психолог, никогда. А сегодняшние 17, 18, 19 лет, они живут на таблетке. Они живут, что у них есть психолог. Ненормальный. Ненормальное поколение. За это мои братья и сестры, я хочу вам один вещь так сказать. Я когда сюда поднялся, я разговаривал с тем, кто меня сюда позвали. Я хочу вам сказать, что Безрат Ашем, что каждый от нас тут, что сидит, сколько нам надо молиться за наши дети, за наши внуки, что они жили, как наши дедушки и бабушки, чтоб смогли правильно жить. И правильно жить, и быть хороший отец, дедушка, мама и бабушка, это жить для них, что у них все будет. И нам мало будет хватать. Так живут родители нормальные. Что, извините, сегодняшние дети ненормальные, потому что родители сегодня уже потерялись. Ненормальные стали.